Форум демонстрации лучшего опыта учебных и производственных практик проходит в Ульяновском педагогическом университете 9 лет. За это время студенты разных профессий и возрастов успели поделиться огромным багажом знаний. Обучающиеся проходят практику в школах, лагерях, музеях, юридических службах, выезжают на природу и за пределы области, а также принимают участие в волонтерских проектах. В настоящее время в нашем университете, да и, наверное, во всей Российской Федерации в рамках педагогических университетов, конечно, особое внимание уделяется практической подготовке, практическому обучению. И, наверное, это неспроста. В рамках тех образовательных программ, которые реализуются у нас в настоящее время, а это 111 образовательных программ по разным направлениям подготовки, действительно проходит огромное количество практик. На форуме студенты проводят мастер-классы и экскурсии, предлагают поучаствовать в интерактивах. Географы показывают этнические костюмы, а биологи удивляют загадочными плодами. В Шри-Ланке используют для того, чтобы рыбу ловить буквально руками. Почему? Потому что выделяющийся яд обездвиживает рыбу, и можно собирать руками. От ботаники можно перейти сразу к физике, точнее к робототехнике. Студенты технических направленностей завлекали на свою площадку современными технологиями. Как вы видите, здесь он может за счет откачивания воздуха передвигать предметы и куда-то их переносить. Если изменить насадку, то он может выжигать по лазеру, быть как 3D-принтер и рисовать карандашом, если его запрограммировать. Студенты смогли познакомиться с начальной военной подготовкой, узнать много нового о практике в лагерях, а также зарядиться энергией волонтеров. Волонтеры 21 века помогут стать ребенку счастливым человеком. Еще одна не менее интересная площадка, где студенты делились опытом, — криминалистическая лаборатория. Используя специальную технику, гости форума могли узнать, настоящая ли у них денежная купюра. Если посмотреть, то у нас ничего не проявляется, она просто вся светится. Если мы возьмем уже вот эту, то в данном случае у нас видны микроволокна, которые светятся. Они покрыты специальным веществом. И вот также вот у нас защитная полоса есть. Если перейти вот сюда, у нас здесь есть сканер. И то есть вот у нас почти ничего не видно на этой банкноте. А это будет у нас вся видна. И как бы можно уже сделать вывод, что вот это поддельное, это настоящее. Также в рамках форума подвели итоги конкурса «Лучшая педагогическая группа». Первое место заняли группа БЭ-22 естественно-географического факультета, ТЕ-20 историко-филологического факультета, группа АН-21 факультета иностранных языков. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.